Вроде тебя стало слышно получше. Ладно, я прервал эту запись, но фиксим. Окей. Главное, что я вроде настроил тебя. Плевать. Это приятней. Я тебя вроде хотя бы слышу теперь. Все равно проблема в том, что люди, которые смотрят StarCraft, они проматывают первые 2 минуты по себе знают. Ну да. Ну, тут запись не особо сильно будет далеко уходить. Недостаточно минералов. Так. Я уже сейчас своих ребят призову. Я создал для короля и прокси просто. Окей. Макро, точнее. Не прокси. Замечательно. Теперь можно спокойно создавать что угодно. Класс. Враги напали на нашу базу. Ну ты сам знаешь, что дальше делать, да? Что тебе делать, что мне делать. Yes, I'm understand. Больше пилонов. Нужно построить больше пилонов. Благо мне не нужно открывать гейты, в принципе, хотя можно их открыть, на всякий случай. Ты этот... У тебя вот этот маленький пилон, он считается пилоном у меня? Нет, к сожалению. Это так не работает. Но все же. Он Загара сказал, что у нас теперь против нас зерги. Уничтожьте ее. Если я правильно понял, да? Я расконтролю. Приготовьтесь, воины. Красавчик. Цель нужно уничтожить. Обнаружена основная цель. Вступите в бой и уничтожьте ее. Раз. И она будет уничтожена. Какая ты топовая образ. Ну, а что, нормально на самом деле, все правильно она говорит. Надо уничтожить эту цель. Я с ней, в принципе, согласен. Так, мне еще нужно будет построить, сейчас я правильно понимаю, маяк, тогда смогу делать воздух покруче. Дорогой падло, правда. Но зато полезный в итоге. Что тебе дает маяк? Он дает мне дальнейшее улучшение для воздуха. Ну там, дальше единички. У меня проблема с минералами конкретно. Есть такое немножко, да. Иногда хочется стать тираном. В принципе, если мне поможешь, я смогу попробовать вырубить все. Ну, этот осколок. Если ты уже выходишь. Как его называть? Нет, я еще не выхожу. Первое. Просто у меня есть как бы дарки. Понятно. Лучше мне помоги. А что там? На меня идут сверху, по идее. Я не знаю, они могут пойти как с центра, а могут и ко мне пойти. По-разному бывает. Нет, пошли с центра, отлично. Я пилон расходовать не буду пока. Окей, кто против? Сейчас, если это линия, они рассыпаются. Там, да, там поначалу не очень сильная. Первая самая не очень сильная. А потом будет жесть. Полетели. Гидра тоже умрет. Отлично. Так, где у нас там кораблик на воздух? Давайте на него кликнем, чтобы записывать. Не хватает минералов. Изматическое ядро активировано. Отличненько. Пока все шикарненько. Я пошел. Все, пойдешь, да? Сейчас, подожди, бахнул. Ваши я пошел. Вступили в бой. Покаешь. Так сойдет? Только если бы ты их раньше чуть-чуть вызвал, они бы тоже бахнули, наверное.
Да тут основная не в этом суть. Они и так нехило фигарят. Ладно, просто пойду их туда пущу. Обнаружена основная цель. Вступите в бой и уничтожьте ее. Неразимый ее уничтожит. Неразимый ее уничтожит. Ой-ой-ой. Грибы. Нужно построить больше пилонов. Бедный слоник. Не ожидал такого. Приказ 3. Ну что, ты готов? Ну, как сказать. И да, и нет, и да. Ну, тогда копимся пока. Нам нужен еще антивоздух желательно от тебя. Не хватает минералов. Ну, хотя бы чуть-чуть антивоздуха, чтобы убить цель миссии. Ну, ты понял. Никого создавать слепнее или губители? Кого хочешь. Слепни просто взрываются, это мини-гиблинги. Я в курсе, кто такие слепни, кто такие губители. Че, губители пойду? Ну да, они дольше живут. Больше урона в итоге наносят. Ну, если выживают, конечно. Слепни, то тоже ОП. Ну, такое, да. Так, смотри, на куда он пойдет сейчас? На центр? Ко мне? На центр? Ко мне? На центр? На центр? Готов встречать. Да будет призматическое ядро активировано. Андакур. Так, ну что, мои ядра готовы. Готов. Как-то примерно вот так вот за забору проходит деф. Угу. Ну, особенно если против зергов. Против, против тосов особо так не проходит. Ну да, мол, марины. Хочу увидеть маринов. Хотя здесь играть на атаку, в принципе, лучше его прокачаю. Так. За окна. Требуется больше виспена. С виспеном что-то проблем как-то. Небольшая такая. Борода. Требуется, а борода уже курал. Виспена. Понимаешь? Угу. А когда борода курал, это не очень хорошо. У меня supply почти всегда идет, меня это бесит. Ох, чего у меня, кстати, нету здесь, так это supply. Фактически. Сделаю пару детекторов, может пригодятся. Все может быть. Все может быть. Обнаружена дополнительная цель. По возможности уничтожьте ее. Зачем нам было так рано ее показывать? Как рано? Я бы не сказал, что уж слишком рано. Но она скоро исчезнет, как бы. Я с этой точки зрения. А там кто, кстати? А, викинг, по-моему. А, нет, не викинг, это типа... а-ля человеческая капсула. Ну, я не помню, как она называется. Которая, типа, перевозит. А, я понял. Транспортник, короче. Транспортник, да. Забыл слово, бывает. Это же иногда случается. Требуется больше виспена. Где накопить виспен? Виспен. А, или ну, да? Я забыл. Чё? Тут же, короче, тут же войска виспена. Только до соточки. Да-да-да. Это проблема, ты особо не накопишь. Требуется больше виспена. Ну чё, пошли воздух мочить. Сейчас вот эту убьем хрень. Пойдем на воздух, я думаю. Плюс я сюда пилончик, дабы защитить свои пилоны. Скучка гадости здесь прилетела. И развалилась как-то так же, как и прилетела. Убиваем сначала эти. Не-не-не, сначала, там 3 минуты еще. Сначала сюда, только аккуратнее с ним, ты же помнишь его проблема. У тебя воздух, воздух, там воздух. Можешь мелких вообще убрать. Проблема. Лучше не их только исключать из группы, знаешь, только будет. Да будет. Тебе проще просто выделить отдельно, нет? Ой, отходи. Парадок Агониша. Системы. А, и задел все-таки, падла. Пока. Дополнительная задача. Отлично, 2400 опыта, замечательно. Пошли.
Мы сейчас, да? Их, мы их сейчас хвалим, просто забей. Они улетят. Я в курсе. Вот так вот. Че, вот так можно сделать? Чтоб совсем весело было. Такие дарки еще пришли, нифиговые, да? Нормально. Основная цель уничтожена. Прекрасно. Силы противника близки к победе. Основная цель приближается. Силы противника близки к победе. Серьезно. Если это был массив. Основная цель достигнута. Обнаружена основная цель. Уничтожьте ее. Неразимы ее уничтожим. Протак Урал там вышло. Вот твоя воля. Надо как-то воздух его лишить. Точнее, антивоздух, а не воздух. Во-во-во-во-во-во-во. Напасть на нашу базу? Он об этом пожалеет. Блин, сейчас просто вывел к фигам своих юнитов. Ваши союзники случайно. Чаль такая вообще. Грибочки, серьезно? Да, там грибы. Полная боевая готовность. Андакур, Эра, Парадак, Урал. Я не знаю, может, он правда там хотел сворачиваться, но. Принят. У него это, в общем-то, не получилось. Долинг? Не, воздух, воздух, морфил. Скорее всего, в это. Хозяев. Нет, ну, ну, хотя да, реально. Больше так нечего. Ну да. Я попал. Тут баб просто, по-моему, делает просто чудеса своими грелками. Ваши союзники вступили. Основная цель уничтожена. Я думаю, все нормально. Более или менее здесь проходится все вообще изи. Чем выше левел, тем быстрее проходим. Я говорю, скоро надо будет уже на эксперта. Где-то левели на восьмом тебе. Правда, не помню, что тебе надается. Основная цель уничтожена. Ну, думаю, что что-нибудь полезное. Увеличен опыт. Покорой не победит. Серьезно? Серьезно? Да. Круто. Обнаружена основная цель. Окей, я пошел копить. Вот здесь вот есть еще одна цель. Чего? Дополнительно? Да. Окей. На этих пока забиваем, у нас 10 минут до их активации. Ну, смысл нам на ним, к ним идти, правильно? Требуется больше виспена. По воздуху у меня все просто идеально. У меня лимит. Щиты у меня двоечки. Шикарно. Я случайно убил эту. Спорку. Пойдем. Орудие мести. Сейчас, подожди, адреналин просто качать, оказывается. Давай. Окей. Окей, все. Пока спорку убью. Трон делать нечего. А там же только воздух нужен, да? Не-не-не, там все нужны. Это не то немного. Ну, то есть, там, да, доп цель есть, но до доп цели там еще и дофига всего. Оу. Прям. Ты туда хочешь? Ладно, я пока сюда тогда пройдусь. Обнаружена дополнительная цель. По возможности уничтожьте ее. Вон он, видишь, сказал. Цель доп. Я справлюсь один. Защищай базу. Наш пилон атакован. Я тебя бафнул, по-моему. Окей. Оу. Ох, жесть творится под бафом. Ну что же, он сейчас грелок мне, конечно. Отличная работа. Доп цель быстро выполнилась. Задача выполнена. Бафчик. Угу. Жестокая, жестокая штука, конечно, согласен. То есть эти дарки, оказывается, вырубают эти антивоздух. Ну, да, логично. Круто. Я считай, прошел, меня вообще никто не коцал. Они вырубают именно ДТ, которые они антивоздух. Ну да, да, да. Лол, я гибрида случайно убил. Ну как случайно? Точно не случайно. Специально случайно. Пойдем. У меня все есть.
У меня не все есть, по-моему. У меня троечки на атаку, двоечки на остальное. Там вроде что-то качалось, но я забил на это дело. Бафчик у меня будет через несколько секунд. Давай подождем когда. Чуть-чуть. 30 секунд ждем, можно идти. Да, пока чуть-чуть вбафлюсь на всю эту хрень. Больше пилонов, больше пилонов. Куда вам больше пилонов? В принципе, на начало я пробился немножко. Окей, 4, 3, 2. Ваши союзники вступили. Не туда, не туда, не туда, на центр. Извиняй. На центр. Ты бафнул, да? Да. Пошустрее как все это дело уносить. Основная цель уничтожена. Безупречно выполнена. Блин, спорки, конечно, напрягают, на самом деле. Ваши союзники вступили в бой. Ребята, что-то больно жирные, нет? Хрена себе, тут этот бруталист, лол. Хороший результат. Добивай крайнюю, любую. Давай вторую добью. Эх, а так, не знаю, изи вообще. Ваши союзники вступили в бой. Вот у меня... Сейчас загара, по-моему, рип. Ты фиг с ним, у меня плоек, хоть убей. Я плюю. У меня 1-1, поскольку у меня это хрень. Кстати, его порчи нельзя заразить, мне обидно. Кого? Кристалл! А. Это типа не юнит считается. Видимо. Ну что ж. Видимо, да. Не знаю, вообще изи как-то. Сейчас был еще более изи. Воздух. Да, воздух. Грек, по-моему, что в компании упи, что так упи. Ну, если только не гидра. Ну, против гидры тоже. Если их много, они быстрее гидру разберут, у них же дальность. Ну, когда как. Так. Лол, скорость восстановления замаскированных единиц на 400% выше. Неплохо. То есть я встаю под свой же пилон, на пофигу, да?